Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я приветствую вас на канале Эл Аникви. И сегодня, дорогие друзья, я хочу поговорить с вами о разном. Ну, сейчас такое грустное время, такое серьезное. Продолжается пандемия коронавируса. Есть печальная статистика, люди заболевают, умирают. Уже у нас в Казахстане есть умершие. И у нас в нашем городе, город семей Семипалатин, здесь живу, у нас существует карантин. Ну, не скажу, что его там как-то, может быть, все соблюдают, но я, например, ответственный человек, мне шеф сказал сидеть, работать дома. Вот у меня компьютер, я все здесь работаю. И я не выхожу на улицу, но я выхожу по пропуску в магазин за хлебом. 2 раза в неделю. Все. И то я не себе покупаю, собакам. И, дорогие друзья, вот у всех планы нарушены. Кто-то, может быть, хотел в путешествие поехать. Кто-то, может быть, просто хотел по городу походить, в парке погулять или зайти в магазин. Но по каким-то причинам он вынужден сидеть дома. Хорошо, слава Богу, если мы еще все здоровы, живы-здоровы, это супер. А есть люди, к сожалению, которые болеют. Даст Бог, чтобы они выздоровели все, и чтобы мы все не болели, и чтобы все закончилось замечательно. Но все равно состояние у многих подавленное, грустное. Дорогие друзья, а я вам сейчас хочу поднять настроение. Женщинам особенно, дорогие мои, мы сейчас не ходим в магазины, мы сейчас даже не заказываем, наверное, в интернет-магазинах, потому что боимся заразиться. Но сегодня я покажу вам, сделаю обзор покупок, которые я, в общем, эти заказы я заказывала в конце декабря 2019 года, а пришли они мне в январе, ну так вот где-то в начале декабря заказывала, в январе, в феврале подходили эти, и вот они у меня лежали долго, и некогда обзоры, у меня отчетность, и я решила, дорогие друзья, сделать сегодня обзор. А ну, это все, дорогие мои, я хочу вам рассказать о своих новых покупках. Кисочки. В общем, дома я хорошо работаю, но мне мои кошки иногда мешают. Вот они начинают играть, бегать, суетиться и отвлекаться приходится. Дорогие друзья, я вот хочу вам рассказать о том, что я купила, что я заказала. Ну, давайте моя первая покупка, их немного. Первая покупочка – это вот такая кнопка, и к ней шланг. Это такой комплект. Вот, вот посылочка была, дорогие друзья. Это такой комплект. В общем, у меня дома есть душевая кабина. Дорогая моя, иди ко мне. Иди, моя золотая. Да, моя одинокая такая бедная кошечка. Да какая маленькая такая. Грустная. Бросила я вас. Работаю. Не обращаю на них внимания. Ну, дорогая моя, можно я со своими зрителями поговорю сейчас? Ладно? Давай, не цепляйся за мою кофточку, пожалуйста. Посмотри, какая ты. Думаю, я такая хорошая. Иди, иди, дорогая, иди погуляй. И вот, дорогие друзья, у меня есть душевая кабина, и там сломалась кнопка. Она сломалась еще в сентябре месяце. Но я такой человек, знаете, ну, я, во-первых, женщина, и у нас вот у женщин одиноких, знаете, может год не работать лампочка, или лень вкрутить, или что-то, розетка там сломалась, патрон может год не работать, пока кто-то, сосед или там зять приедет, придет, кто-нибудь из, ну, как подвернется случай, и все это устранится. Однажды я позвала, я купила когда душевую кабину, и мне нужно было вот этот бак, термобак, термопод устанавливать. И пришел ко мне электрик, потому что там нужна была проводку. И вот этот электрик мне все розетки поменял. Люстру поставил там. Люстра была маленькая для кухни. В общем, он мне все сделал и заработал хорошие деньги. И сказал, зовите меня почаще, потому что у нас вот накапливается. И так у меня в сентябре сломалось, в декабре я заказала, или в ноябре. А, нет, это я, наверное, 11-го заказывала.
скидки были. И я заказала кнопочку, все в этом. Это как бы набор такой. Это все гораздо дешевле, чем покупать в магазине. Потому что я в магазине, кнопка мне давно начала ломаться. Потому что я ей клацала без нужды. Вот так, видите, закрывается, перекрывается вода. Вот так открывается. И я сломала давно. И давно заглядывала в магазин. Но я увидела, что на 5-7 тысяч стоит. Думаю, ой, потом... когда совсем сломается. Ну вот, совсем сломалась. И я думаю, дай-ка посмотрю в этом, в Алиэкспрессе, на сайте, на этом, в интернет-магазине смотрю, есть. Она, вот я там ссылочки дам, это вообще тысяча чем-то будет. Это, по-моему, очень дешево. Просто давно заказывала, уже не помню. Вот такая вот, посмотрите, я потом ставлю. Вот так вот закрутится она. И все, это душевую кабину, а это под душевой кабиной. И к шлангу подсоединиться. Только мне вот тут кажется, что шланг этот как-то маловатый. Или он просто, его можно как-то пошире сделать. Ну, в общем, я у соседа спрошу. Вот, ну, вот, дорогие друзья, вот такую вещь я купила. Надеюсь, она мне пригодится. И когда я заказывала вот эту кнопочку, я заказала еще вот такую штучку. Я увидела, посмотрите, это вот душевая лейка такая. Наконечник одевается на кран, ну или на смеситель. И можно мыть голову, если нет душа. Если не хочешь в душ залазить, а нужно голову помыть, можно над раковиной вот так помыть. Можно. А можно в тазик поставить животное, кошку, собачку, подключить, вот смотрите, и мыть животное. Потому что кто-то брезгует, например, в душевую кабину, в душевой кабине мыть собаку или кошку. Вот у меня, например, дочь, когда узнала, что я там собачку, щеночка помыла, она, ой, говорит, мы не будем мыться у тебя. Вот так вот есть, да. Ну, вот я такое купила. Я думаю, оно мне пригодится. Это тоже стоит очень дешево. Очень-очень. Вообще недорого. Потом еще, дорогие друзья, еще я хочу вам рассказать о том, что еще можно заказать. Ну, я смотрела. И, знаете, еще одно, вернемся. Еще, дорогие друзья, я купила вот такой смартфон осенью. И мне навязали за 10 тысяч пластика, пластмассовый такой чехол. Вот. И все равно у меня смартфон тяжелый, у меня вот все равно трещина на стекле. Вот я как-то неаккуратно. И я решила, и у того чехла не было вот... Суть, знаете, в чем? Что вот этот вот, например, так, сейчас, что этот смартфон, он необычный. Здесь, когда я делаю селфи, ну или селфи, или себя снимаю для видео, то я вот так вот, то выдвигается камера, я переворачиваю, нажимаю на кнопочку и выдвигается. И вот посмотрите, ну, нужен был такой чехол, который бы мог защитить все абсолютно. Вот, и вверх, и все, при выдвижении камеры. Тем более, что оказалось, что у вот этого смартфона стеклянная стенка. Если бы я знала, я бы не купила, честно говоря. Ну, в тот момент как-то глаза загорелись. И, в общем, я заказала вот такой чехол. Он тоже стоит гораздо дешевле, чем в магазинах. В магазинах я именно такой не смогла найти. Вот выдвижной. А там, вот посмотрите, именно для выдвижной камеры. Очень хорошая вещь. Но заодно я для своего опыта тоже купила вот такой чехольчик. Посмотрите, какой. Чем он хорош? Тем, что здесь колечко. Здесь еще, кстати, ремешок еще есть. И еще есть вот такой ремешок. Это тоже, если снимаешь видео на улице, посмотрите, как можно зафиксировать и вот так снимать. Допустим, держать вот так вот. Смотрите. Тоже очень, очень удобно. Мне нравится, например. Еще, дорогие друзья, я рассматривала все. Так, я не помню, что же я еще заказывала из обуви. Да, дорогие друзья, я заказывала еще ботиночки. Я не помню, делала ли я по ним обзор. Но очень хорошие ботиночки. Но сейчас я уже, они поношенные. Уже я и в них сейчас еще в магазин хожу.
такие ботиночки ну, как демисезонные или на раннюю зиму. Вот. Но вот я это заказала, но я уже, это как сказать, я не помню, чтобы я их... Ну, в общем, классные ботинки, супер. Еще, дорогие друзья, я увидела там такие красивые девушки, модели были, китаянки. И рекламировались вот такие леггинсы. Посмотрите, какие леггинсы. Я уже покупала себе колготки в прошлом году. Вот посмотрите внутри, как все бархатное какое, велюровое. Вот такое. И вот они так по всей длине. И вот это уже леггинсы. Это леггинсы. Это есть джинсы с такой внутренностью. Да, у меня джинсы есть вот с такими тоже я рекламировала. Нет, дорогие друзья, джинсы были не китайские. Джинсы были с этого, с Вальбериса, но они тоже с такой, вот так же внутри все бархатное. А вот, например, вот колготочки тоже, посмотрите, какие. Ну, я выбрала серенькие, там было разных цветов. И посмотрите, как вот завершается штанинка эта. Здесь вот такой тонкий трикотаж, ну, наподобие как вот чулочки или колготочки, носочки. И это все на пяточку надевается. Зафиксируется на пяточке, и тогда не будет гармошки вот на ноге. Дорогие друзья. В общем, вот так вот выглядят эти леггинсы. Я их еще не носила. Как-то так вот. Я все в джинсах в основном. Посмотрите, какие они симпатичные. Внутри они нежные такие. Поддевать ничего не надо. Их можно носить холодный демисезон, холодный, осень или весна. Даже сейчас, наверное, упущено, уже не следует, но я так думаю. Или зимой, в начале зимы, когда еще такая зима теплая, ну, минус 10, вот так. Вот посмотрите. Еще здесь есть ластовица. Вот посмотрите, какая ластовица вот с обеих сторон. Очень, очень удобные, очень симпатичные. Но я еще не носила. Еще, дорогие друзья, меня привлекает на таком сайте, как в интернет-магазине AliExpress, ну, все блестящее. Ну, я, понимаете, не хочу сказать, что я какой-то вот такой фанат каких-то драгоценностей или бижутерии. Я бижутерией недавно стала увлекаться, вот именно когда стала покупать что-либо на сайте Вальберис или AliExpress. Потому что я видела, рассматриваю там всякие товары и вижу симпатичные вещички. Иногда они не очень дорогие, и иногда они нужны, потому что, вот, например, я себе купила на AliExpress такой воротничок такой из имитации жемчуга. И я его уже два раза надевала под вечернее платье. Он мне нравится, он смотрится прилично. Хотя стоит очень-очень дешево. Я его в обзорах показывала. И вот здесь, дорогие друзья, я вот такую штучку купила. Вот такое колье. Оно мне очень понравилось. Ну что, кто же плачет опять, а? Ох вы. Весна-весна, да? Мартышки. Вот замолчите сейчас же, чтобы я это не слышала. Вот посмотрите, вот такое колье, очень симпатичное. Оно блестит, вот оно просто сверкает. И, ну, я, эта одежда не подходит, конечно, но я вот давайте приставлю вот так вот немножко, зафиксирую. Вот посмотрите, как выглядит. Ну, если с каким-то платьем, например, с, например, вишневое или синее вечернее. Ну, черное я не люблю, в возрасте не люблю черное. Вот я бы хотела или вишневое платье, фиолетовое тоже как-то, вишневое, синенькое, вот. Ну, или какой-то цвет такой, да, не знаю, может быть, зелененькое. Вот посмотрите, однотонное, и посмотрите, как классно будет выглядеть вот такое колье.
Надеюсь, вам тоже понравится. Стоит копейки. Знаете, если тенге 700 стоит, я... цены там будут в описании. Я вот не помню просто. Это все дешево. И еще я колье купила тоже. Посмотрите, какое колье. Вот такое вот. Тоже имитация жемчуга. И я хочу сказать, что вот эта имитация жемчуга, это под жемчуг, оно не облазит. Ну, я, конечно, в воду не это самое. Но я вот воротничок одевала, я же в ресторан, я несколько часов была вот в кружевном, в этом, в жемчужном воротничке. И вы знаете, ничего, никаких изменений, состояние прекрасное. Ну, это вот тоже такое колье, посмотрите, вот. Вот оно такое, это как чокер, наверное. Вот. Посмотрите. Тут есть крючочек вот такой. Все это. Ну, давайте померим чокер. Так, как чокер. Чокер, это значит вокруг шеи больше можно. Ну, не знаю. Может быть, это можно будет опустить вот так. Может быть, вот так вот. Да, как там одинаковое. Не знаю, не подходит к этой ткани, не контрастно. Дорогие друзья, вот такое колье. Вот, дорогие мои друзья, я и заканчиваю свое видео, обзор. Вот все, что я купила, немного. Но, дорогие мои, я хочу сказать вам, надеюсь, может быть, настроение у вас чуть поднялось. Когда-нибудь же закончится вот это все, и мы все будем ходить на работу, мы будем в магазины ходить, мы будем в интернет-магазинах все заказывать без опаски, будем ездить в путешествия и вообще ездить к родственникам, куда хотим. А сейчас пока, дорогие друзья, конечно же, я тоже вас призываю, если есть возможность, сидите дома. Сидите дома. Я вот, честно говоря, недавно слышала, как кашляет один человек. Я просто не могу сказать, кто это, потому что я не знаю, кто. Я так поняла, это с улицы. Потому я открыла окно вот в ограду, и, по-моему, проходил человек. Я услышала такой кашель, я такой ни разу не слышала кашель. И я подумала, что да, надо все-таки быть осторожным. Быть осторожным. Сейчас еще есть информация, что вот этот коронавирус, он, знаете, как-то действует. Почему он заразный? Что его радиус действия уже 4 метра. То 2 метра, метр говорили, теперь 4 метра. В общем, приходим из магазина продуктового, моем руки, лицо, спиртом протираем. Вот. А выходить надо в маске и в перчатках. Ну, дорогие друзья, вот такова жизнь. Ну, надеюсь, весело вам было сегодня с моим обзором. Дорогие друзья, всего доброго. Заходите на мой канал. Пока-пока-пока. Кто-то пришел. Давай, попрощайся.